Народная песня, знакомые с детства мотивы и новое смелое звучание. В Архангельске прошел отчетный концерт легендарного ансамбля «Сиверка». Аким Самедов вдохновился. Свежий ветер с Белого моря вновь подул в Архангельск и разнесся народными мотивами по театру драмы. «Сиверка» собрал полный зал любителей творчества северного ансамбля «Песни и пляски». На сегодняшний день народное творчество, оно должно быть востребовано, потому что мы приглашаем, и мы говорим об этом нашей молодежи, мы говорим о том, что народное творчество – это интересно, это познавательно, это развивающе. Поэтому те люди, которые приходят к нам, которые у нас остаются, они, конечно, прикипают душой и к народному творчеству, и особенно к ансамблю «Сиверка». Концерт у ансамбля долгожданный и особенный. Восстановлены номера из «Золотого фонда», а также добавлены новые. Тут и о любви поют, и о разлуке, а новички-моряки о тяготах расставания с семьей. Выступаем в «Сиверка» и учимся в морском заведении. Все нравится. Это выступление, это живые залы, все это, все эмоции. Это, как и в море, требует настоящего проявления мужского характера. «Сиверка» – настоящее нематериальное наследие русской северной культуры, которое на протяжении десятков лет бережно хранилось и развивалось в руках более 5000 юношей и девушек, что украшали ансамбль в разное время. Люди, которые создавали, люди, которые продолжают это большое и нужное дело, заслуживают слов уважения. И также те, кто прошел через этот ансамбль. Ансамбль «Сиверка», наш русский северный ансамбль. Они любят свою родину и выражают это на сцене. Свои чувства, свои эмоции, свои впечатления. И не только для себя, но и для всех, кто их смотрит, воспринимает, пропускает через свое сердце, через свою душу. Вот искренние слова им уважения и поддержки. После долгожданного отчетного концерта «Сиверка» с новыми силами начнет готовиться к новым выступлениям. Пандемия сильно повлияла на график в 2020 году, но энтузиазм артистов погасить не смогла. В долгих перерывах лишь рождалось больше идей. Аким Самедов, Евгений Зыков, Регион 29.